Воскресение Христово встретили жители Казахстана. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр возглавил праздничное богослужение в главном храме Алматы – Вознесенском кафедральном соборе. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Пасхальное утреннее продолжилось пением пасхального канона, составленного в 8 веке преподобным Иоанном Дамаскиным. После окончания канона духовенством и хором были исполнены стихиры Пасхи. Затем митрополит Александр прочитал слово огласительное святого Иоанна Златоуста, в котором все верующие призываются насладиться светлым торжеством и войти в радость воскресшего Господа. Во время пения пасхальных часов священнослужители сменили белые облачения на красные. По древней традиции пасхальное Евангелие на ночной божественной литургии читалось на нескольких языках. Пасхальное приветствие «Христос воскресе» также в этот день произносилось на разных языках и наречиях во знаменование всемирного торжества христианского благовестия о воскресении из мертвых Иисуса Христа. По заомонной молитве владыка-митрополит освятил Артас. Господь в начале жизни, веруя в Него, мы с вами обретаем смысл жизни на этой земле. Мы становимся не чужими, а своими Богом. Господь дарует нам мир и верит в милость. И в праздник Пасхи мы с вами особым образом обретаем неповторимый личный религиозный опыт общения с воскресшим Господом, который дает вся благая и вся потребная каждому, кто призывает имя Его с верой, надеждой и любовью. Я поздравляю всех с Пасхой, желаю всем добра и здоровья. Уже в шестой раз по просьбам прихожан пасхальное богослужение транслировалось на широкоформатный экран, установленный на площади перед собором. До начала службы на экране демонстрировались документальные фильмы и сюжеты, снятые телестудией митрополитчьего округа «Семеречье».